Всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк. Да, давненько видео у меня не выходили. Примерно 2 недели. Ну что ж. Я, конечно, долго искал, что записать. И я нашел игрушку Stickman Level. Ну, точнее, One Level. Я прочитал в описании, что в этой игре примерно 40 уровней. Нашего игрока зовут Томми. И мы будем выбегать из тюрьмы. Ну, точнее, наш друг Томми. Но прикол в том, что каждый раз, когда он будет выходить из тюрьмы, он снова будет оказываться в том же самом помещении. Так, начинаем. Это управление, это прыжок, это пауза, подсказка. Ну, все понятно. Так, а что не нажимается, ничего? Так, не нужно ничего отклонить. Так, тут все просто. Так, значит, смотри, там есть ключик в правом верхнем углу, мы должны, получается, его просто взять. Ну, и внизу вот дверь, и туда просто пройти. Так, ну вначале, конечно же, все просто. Так, берем ключ, и дверь открывается. Опять. Нет, не хочу, не надо. Так, отсорб, ест, что? Эй, а чё я ударяюсь? Стоп. А, смотри, если я иду влево, нажимаю кнопку, чтобы он шел влево, он идет вправо. Если вправо, то влево. Ну, пытались запутать, конечно. Ну, это просто. Это просто на первый взгляд кажется, что, типа, блин, как это делать. Просто чуть-чуть другие кнопки нажимать и все. Так, да не больше не спрашивайте все. Так, ну и зачем? Так, а что такое? Почему? Ну и зачем? Эх, ты ж, вот. Название уровня скрывается. Ну как сказать? Название нам подсказку дает. Ну, в принципе, все, давай заново тогда, потому что дверь закрылась. Нет, не надо рекламу. Давай заново. Ой. Больше не спрашивать, все. Получается, мы просто не должны брать ключ и все. В этой игре я уже повторяю 48 уровней и достаточно много, по-моему. Мы теряем управление. А что такое? В чем прикол? А, все, видишь, исчезает из. Мы временно не можем двигаться вправо, влево и вверх. Так, ну смотри, надо потихонечку все делать. Так, интересно, успеем вниз? Нет, не успеем. Но сейчас-то мы точно успеем. Все. Отлично. Так, имей терпение. Получается, мы должны ждать, пока дверь сама не откроется, да? Это логично, в принципе. Сейчас постоим, подождем немножко. Все открылось. Я же говорю. Зазеркалье. А, смотри, все наоборот. Или это в зеркальном отражении? Ну, вроде зеркально. Отлично. Взяли ключик и идем дальше. Я вот думаю, вот эту игру на несколько серий записать или нет. Может, мы успеем всю пройти. Ну, посмотрим, как запишется. Если видео получится дольше 10 минут, где-то так, то я, наверное, видео, ну, эту игру разделю на несколько частей. Так, либо я могу 3 выпуска по 16 уровней записывать, либо 2 выпуска по 24. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не устал еще? Нет, не устал. Ну, главное спокойно все собирать и все. Так, хилов-то, смотри, прошли. Стоп. Мы только начали играть. Топов, чё быстрее. Так, берем ключ. Бежим. А, смотри, дверь закрывается. Не успели. Так, давай заново. Так, быстрее берем ключ. Стоп, а без ключа она тоже закрывается. А смысл тогда ключ брать? Может, очки какие-то дают. Так, быстро берем ключ. Бери ключ. Быстрее, давай.
Быстрее, чувак, беги, беги. Ты серьезно? Ты видишь? Он головой застрял. Блин. А интересно, если встать под дверь? Ладно, сейчас главное успеть. Все, отлично, успели. Ух ты. Версия для слабовидящих. Ну, это не про нас. А если ты плохо видишь, кушай морковку. Какой тяжелый ключ. Получается, мы не сможем его взять. Ну да, будем его толкать. Так, а чтобы дверь открыть, его нужно потолкнуть к двери, да? Да, отлично. Все просто. Куда тебя несет? Эй, алло. А, смотри, я, короче, нажимаю влево, и все, он постоянно бежит влево. Нажимаю вправо, он постоянно бежит вправо. Но это, в принципе, легко. Это легко. Ты думал, я скажу сложно? Не-не-не. Мираж. Все, я понял, в чем прикол. Смотри. Опа. Все, уровень прошли. Дом вверх дном. Так. Тут главное привыкнуть к уровню. Сейчас мы быстро его пройдем. Ничего сложного в этом нет. Но игра действительно интересная, хоть и проста, но интересна. Советую вам тоже ее скачать. Или посмотреть потом еще один выпуск, второй, который я запишу про нее. И поставить лайк. И подписаться на канал. И оставить хороший комментарий. Ну ты меня понял. Поддержи мой канал всем, чем можешь. Так. Неудобно, но ты справишься. Смотри, получается, мы не можем одновременно прыгнуть и одновременно двинуться в сторону. Мы должны сначала прыгнуть и потом направиться влево или вправо. Вот прыжок и влево, прыжок и вправо. А одновременно не получается. Если мы это одновременно делаем, то он подпрыгивает, чуть-чуть двигается и остается на месте, падает вниз. Вот. Потом, потом. Нет, не сейчас, не сейчас. Так, смотри. Хорошо, что ты играешь без жизни. Так. Скорее всего, наверное, самый верхний ключ. Нет. В принципе, да, это было бы слишком просто, наверное. Так, что-то этот ключ не берется. Этот тоже. Опять на этот попал. А этот берется. Нет, тоже не берется. Так, 4 варианта, уже 3 варианта остаются. Блин. Так. Нижний тоже нет. Вот этот? Да, вот этот нас. Вот этот настоящий. Блин, первый раз на шипы попал. Так, берем ключ. Копий много, оригинал один. Так, ну все. Что-то я замолчал, я просто так засмотрелся на игру. Действительно прикольно. Так, ладно. Проходим 15 уровень уже, прикинь. За сколько? 9 минут. Что нам стоит мост построить? Какой мост? Как построить мост? Из чего мы будем строить мост? Нужен материал? Или допрыгнуть? Нет. Непонятно. Как это делается? Что за бред? Нет, я рекламу не хочу пока смотреть. Да вообще не хочу рекламу. Так. Так. Что же делать?
не допрыгивает, получается. И ничего не выходит тут. Что делать? Как мост построить, я не понимаю. Что делать, мы как? Просто фиг знает, что автору игры в голову пришло придумать. Так. Может тут типа шипы в виде лестницы, не знаю. Типа шипы это лестница. Нет. Говорится про мост. Интересно, вот ты уже догадался? Или может уже проходил эту игру? И уже знаешь. Так, ладно. Сейчас быстренько посмотрим, как это все делается. Нет, не надо. Так, смотри, в чем прикол. Смотри. Опа. Хоп. Понял? Автор ошибся. Не мост построить, а лифт. Это не мост, а лифт. Просто когда он сказал мост, сразу было понятно, что надо, ну, мост поставить. Но непонятно было как, а если бы лифт, то, наверное, было более понятно. Нужен бинокль. Ты достал бинокль, а мы без него справимся. 17 уровень. Берем ключ. Но прикольно вот это вот с биноклем сделали. Маленькое все такое. Ключ дистанционного управления. Че не берется? Опять что-то делать надо. Может, дверь невидимая? Нет. Может, потыкать надо? Да, надо было нажать на ключ. Почти то же самое, как с тем лифтом. Так, тут надо пошевелиться. Что делать? Почему ничего не нажимается? Вообще, я тебе говорю, не нажимается ничего. Вот сам скачаешь и проверишь. Серьезно говорю, ничего не нажимается. Как что он в сторону двигается? Объясни. Как играть? Может, зависло? Опять он в сторону двигается. Так, сейчас в шипы опять влетит. Ага, смотри, тут, короче, надо телефон вертить. Смотри, влево, влево, вправо, а вверх. Вау. Офигеть. Это же такое сделали. Ну это классно, это классно, это реально круто. Ты должен, короче, вертить телефон, ну экран. И тогда человек будет двигаться. А еще название такое, тут надо пошевелиться, хотя сам стоит на месте. Эх, прикольно, в принципе. Так, потихоньку, по чуть-чуть. Спокойно берем все ключи. Без лишних движений. Просто берем ключи. Главное не спешить. Бляха, муха. Я ж только что говорил, главное не спешить. И вообще, чё он в шипы попал? По-моему, он не должен был задеть. Он даже и не задел. Но каким-то образом игра посчитала, что задел. Странно.
Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потихонечку. Взяли. Так. Верхний теперь. По чуть-чуть. Тихо. Так, отлично. И еще последний. Так, не надо, что ты мне сейчас в шипы. Не надо в шипы лететь. Опа. Все. Теперь главное спокойно долететь до выхода. Отлично. Брат, только держись. А чё все трясёт? Землетрясение. А, ну в принципе тут ничего сложного. Тут просто ты бегаешь как обычно, просто экран трясется, типа пытается тебя запугать. Не проходи мимо. Мимо чего? Мимо чего мне не надо проходить? Мимо этого знака? Нет. Мимо двери? Но нам в двери надо, так что нет. Может, нам в тот квадратик надо? Там, где тот лифт был? Нет. А что делать? Опа. Я просто нажал на дверь. И она открылась. Удивительно. За тобой уже... О, быстрее! Быстрее, давай, давай! Быстрее! Давай! Запрыгивай! Запрыгивай, блин! Давай, быстрее, запрыгивай! Ты что творишь? Запрыгивай! Давай, 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 давай! Быстрее! Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, давай! Возьми себя в руки. Ты права, игра. Я возьму себя в руки. Тут сразу было понятно, что нужно было на своего персонажа нажать. Так, лови момент, лети. Так, слетим. Лети, лети. Блин, в шипы. Так медленно опускается. Это немножко... напрягает, если честно. Слишком сильно. Потихоньку. Потом вверх. И... отлично. Просто суперски. А ларчик просто открывался. Так, ну ладно. Мы... убедились в том, что игра прикольная, и то пол игры мы только 24 уровня прошли, и каждый уровень не повторялся. Каждый. А прикинь, есть еще 24 уровня, которые мы пройдем уже в следующей серии. С вами был Витек, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. Смотрите все и подписывайтесь. Всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока-пока.